Шашист Гаврил Колесов в 11-й раз стал чемпионом мира. Первенство прошло в Санкт-Петербурге. За чемпионство боролись более 70 шашистов из 43 стран. Якутию представили 3 спортсмена. В молниеносной программе Колесов завоевал золотую медаль. В быстрой игре занял 2-е место. В классической программе стал 5-м. В этой же программе Николай Гуляев оказался на 10-й строчке, а Николай Стручков на 20-й. В дальнейшем они должны показать, что мне немножко не повезло просто. Ну, вообще в этом чемпионате собрался все шашисты, сильные шашисты на этот день. Играли из 40, больше 40 стран играло, больше 20 гроссмейстеров международного уровня, много чемпионов мира. Ну, вообще подобрался очень сильный состав, и мне удалось вот завоевать первые 2 дня золотую и серебряную медаль, чем я очень доволен.